Ну, здрасте всем. И справочки прошел, медком прошел, справочки получил на лицензию и для участия в РДС Гран-при. Так что все. Иногда просто полезно пойти и провести диспансеризацию. Так что вперед, потратил где-то 2,5 часа, максимум 3. Приятно осознавать, что твои ученики поддерживают тебя вот в таком варианте, то есть покупая детали Free Five, тем самым поддерживаете команду Pacific Racing Team в участиях в RDS GP. Вот, в данном случае Алексей Передерей на боевичка своего тренировочного купил такие детали. Леха, респект. Че, медкомиссию прошел, здоровы. Теперь поехали делаться красиво. Так что, мчим налево. Мне кажется, время 2 часа ночи, самое время для небольшого негодования. Дима, вот ты по какому поводу негодуешь? Да они охуели. Дим, ты хоть расскажешь людям, от чего ты так сильно негодуешь? Я охереваю, что в каком-то в районе Волоколамска, то есть отели стоят по 12 тысяч в сутки. Я просто, и что там? А какие-то отели эко, типа эко, без тропинки даже. Одна крыша на фотографии. Без дороги. Без дороги, еще непонятно, где по прямой, типа до МРВ 16,5, но по прямой. Через лес. Но ни одной дороги к ней нет. Напрямую и то стоит там что-то пятнаху, что ли, в сутки. Охренели, что ли? Просто, что за цены? И причем это такой трешак. Просто трешак. Не знаю. Я вам сейчас покажу. Да, вот Галя сейчас покажет, она умеет показывать.